Ой, прицел не подходит под ПДВ. Ой, какой он хуёвый. Куда нам надо? Блять, короче, чтобы понимал, у меня прицел этот Браво X4, короче. И у него прицельная точка, она настолько яркая, она засвечивает все, что за ней находится. Когда ты будешь использовать нормальные прицелы? Блять, беру то, что у меня есть в инвентаре, нахуй. Ну да, а денег уже у тебя нет нормальное купить, эту хуйню продать и за полцены купить нормальную. Да я не знаю, хуйня это или не хуйня. Че ты, блядь, типа наебал, конечно. Знаю, какой прицел хуйня, какой не хуйня. Так а зачем ты тебе делал тир, если ты не проверил? Нет, нет аргумента. Без ПНВ он нормальный, блядь. Мог догадаться, что он в ПНВ будет говно. Так ты можешь проверить. Ёбаный пиздец, а как с этим стрелять? Если найдем что-нибудь другое, я поставлю. Что у тебя ПНВ гораздо лучше. Это эти остались остатки. Да, я понял, да, но оно гораздо чище. Угу. Зеленая хуйня, одни помехи, блядь. Ну и такой цвет приятнее бирюзовый. Да, да, да. Мягче на глаза. Угу. Я думаю, что даже если его будет засвечивать, он не так сильно будет хуярить ебало. Куда мы идем? По сторонам МЧС. А у тебя там квест какой-то? Не-не, я просто хочу через НИЦ зайти. Ты хочешь прямо обойти так? Не, ну мы пока идем, типа, спину спавном, чё бы не идти. Понял. Дикусы уже мертвые лежат. Глушеные пацаны уже поработали. Да, глушеные, тут граната взрывалась. Ну, реально они кидали гранату? Может, бот кинул. Я тоже об этом. Хотя вот та граната, что нам тип, блядь, вперед бросил, ага. То про скидки. На мираже. Ага. Советы от Петрика. Нормально, не потом падает. Ну, это невезучее место, бля, если помнишь. Я помню, да. Тройка тут, блядь. Ну, двойка. Ну, я третий был, да.
Интересно, кемперы выхода есть? Небольшой вопрос, а боты будут? Ну, но на двоих 45 штук надо нахуярить. А хотя бы одного бы увидеть, нет? Ну да, увидеть хотя бы одного, нахуярить там на 45. Да, у тебя реально меньше засвечивает даже. Вот то, что я тебе показывал развязку, тоже была это. А, кстати, мы можем отсюда зайти. Вот то, что как раз что я тебе показывал, это была зеленая хуйня, я вообще ничего не видел его. Да ёб твою, волтинг, блядь. Вкуснейший. Ну, сейчас я карту гляну. Так, мы в Гошане. Ага, это через Гошан, короче. Блядь. Через Гошан надо пройти, выйти, да, через кассу туда. На центральную улицу, блядь. Блять, ну ПНВ тут пиздец полуюзлесная. Да, практически не работает. А ну это же попробуем. О, не, кстати, оно нужно. Оно нужно. Ага, да, мы в лучшей ситуации все равно. Ну хоть и полуслепые, то типа полностью слепые будут. О, зипом. Маленькие кротята. С ПНВ я бы это зипа не нашел. Вот так. 10к. Вообще нахуй ни единого звука. Вот в этом-то и прикол. Крыса. Не, реально в этом меньше. Я реально насчет зеленого я. Крысы-курьеры здесь, кругом? Или мы шныри-курьеры сегодня для крыс? Посмотрим. Привет. Привет. Куда бегать? Развязочка. Развязка. У нас сегодня развязочка. О, супер, мне как раз туда тоже надо. Авокадо, тренд. О, я тоже на этой хуйне сейчас. О, с высокой супер вероятностью мы сейчас сдохнем от крысы и пойдем еще раз. Я пойду диким. Окей. Okay. Там мы только начали рейд. Ну сейчас закончу. Да, сейчас это недолго. Развязка полностью молчит. Ну, кстати, я вазелином намазался, дашь мне? Потому что у меня еда, блять, вода будет улетать очень быстро сейчас. Так тут куча еды. Да, спасибо.
Просто моментально, блядь. Бля, больших тушенок до жопы, когда надо. Мы не ходили справедливости. За подставу прошли? А? Подставу прошли? Не. Не, у меня 0 чувака пока что все еще. А у тебя, Кирюх? 8. Это опять, просто... когда надо будет кому-то на тому, тогда пойдем. У меня просто не идет. Но у меня, кстати, есть сейчас закладывать цепочки для этого пидораса. Ну, пойдем. Ну, нет, нет, пойдем нет, сегодня, на развязку. Сегодня развязку, мне надо 15 раз. Кирич, виклик, мне нужно 15 раз выйти с развязки живым. Мне надо убить диких на развязке. А и... нам всем надо, чел, мы сейчас зашли ни одного дикого, блядь. Вообще. Мы идем просто ноль. У нас на двоих 45 диких надо захуярить. Ну вот будет на троих. Троих 140 получается, блядь. А не, пип. Нет, 70. Что ты насчитал, блядь? Все, нахуй, все, все, тихо, тихо. Хера закончено. Не закончено. Тебя убили? Нет. Это он закончил, он все тут, и его убили. Не закончил. Забил хуй успешно. Ни о чем не жалею. А, как будто пролутанные компы. Тут дверь открыта. Вот это, по-моему, должна быть закрыта. Пылесосик летит. Давай еще этот проверю, если этот пролутанный то. Да, может, тут были. Ебать, ледык нашел на дико. Нихуя. Как это на выход самым коротким маршрутом получается. Ебать. Это мы уже возле идеи сейчас. Идея справа. Мне налево и налево. Блять, я вообще даже как. Вот Тирен, заходи. Это не по нам. А два тебе. Угу. Ты убил? Угу. Тренд зайди. Да, 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 да. Блять, а где тут вход? Засчитала. Зашел, вышел. Приключение на 5 минут. Не заходи сюда. Да ёб твою, блять, вали хуй. Смотри, у тебя... А Brutal Shop тебе нужен? Я не помню. Я не помню. Давай зайдем проверим. Тебе нужен Дино, Авокадо, Тренд, Кость. Кто-то идет впереди. Бил? Блять, а где я нахуй? Вояж. А, ну я. Какой? Нет, подожди, мы МЧС. А, МЧСка напротив. МЧСка напротив. Я сейчас точно еще раз подпишу. Это хуйня, блядь. Авокадо, кость.
Стендина топ бренд, все. Посиди пока, посиди. Я смотрю, тут как раз туда есть судьба. Блять, у пацанов веселье, блядь. Ты в МЧС-ку пошел, да? Да, я в ней. Образцы, че как там, там че, витамины? Витамины, да. Бот идет, слышу. Надеюсь, что бот. Остановился. Да, похоже. А может и не бот. Где я его уже должен видеть, а он? Он напротив меня в МЧС. Ой, напротив МЧС. Я слышу, слышу. Не вижу. Слышу, но не вижу. То же самое. У меня тут кто-то прибежал. Бегут. Слышишь? Пробежали. Это бот. Это кто стрелял? Я убил бота. Это он стрелял? А, то боты. И то боты прибежали. Это он стрелял по мне. Хорошо. Так, я пошел дальше где-то, смотреть. Тут еще где-то рядом боты. Которых я не вижу. Блин, дайте хоть один шприц. Ну, блять, это даже не серьезно. С кем они воюют, блядь? Я тебе вообще в МЧС-ку перешел, потому что мне тут никого. Он простреливается, я сейчас выхожу. Боже, ебать, быстро улетает этот вазелин, уже закончился. Блять, ну ни одного шприца, это рофл, блять. Вот где-то еще открутится. Походу там, где ты был. Что там, блядь, происходит? Что у вас тут, блядь, происходит? Ни одного, блять, ключа. Просто ни одного. В скобочках. Шприца. Ключа, ты инъекторница еще? Инъекторы. Так, я с МЧСки, и впереди и направо Костин твой. Угу. Выдвигайся туда. Тут где-то батяра, блядь. Вот справа от книгоеда. Где, блядь, бот? А, увидел. Убил. Все, иди. Вижу, помечай. Я пошел в Костю. Да. И направо. Ну, короче, просто на. Ёбаный рот. Кто этот вход сделал? Так, я в Костю. Выходи и направо. На... Не я еду или наоборот? Просто вперед и направо. Понял. Да что за хуйня? Ну где они файтятся? Что за пиздец? Я мне могу послышаться, но я как будто слева слышал шорох. Две шины на 5. В принципе, согласен. Але дик нужен, да, будет? Да. Покладку. Галочкой. Угу. Я оставлю. Так, я забрал. Так, у тебя остался Дино. Том,
Это бренд, наверное, да. Нет, это бренд, мы, по-моему, зашли сейчас. Ты, а, ты в Т. А, нет, да, авокадо, Дина, топ-бренд. Вот. Угу. Блять, а шо? Ой, блять, я случайно. Так, а мы в Мантисе. Тримадол. Он нужен для образцов? Нет. Что он дает? Пошли. Так, мы в Мантисе. Выйти. Блять, вот где стреляют нам надо. Хорошо, мы можем пойти наоборот направо в авокадо, но нам круг наворачивать туда. Но в любом случае круг, короче, наворачивать. Понял. Так, подожди, Brutal, Brutal Shop. А у тебя нет еще попить, кстати? Есть. Сейчас. Дашь? В него. Подожди, это Brutal. Слева Brutal от не него, надо. Вперед и налево. На. Вон авокадо твой. Угу. Так, я тут стою. Бот убитый. Авокадо. А нет, это ЧВК. Аккуратно. Еще третий этаж поглядывай. Я карту третий, смотрю. Третий слева, бля. Авокадо, а нам направо. Зашел в авокадо. Ухожу назад. Иди налево, налево. Ну, блядь, там опенище. Все, Виталий наигрался, блядь. А что, ушел? Вышел? Он вышел из дискорда. Походу его с ледексом убили. Да не, он так спрашивал, может оставить. А, ну да. Так, вот твой топ-бренд впереди. Mm-hmm. Так, Том Брэнд. У тебя остался Дино. Подожди. Дино, да, блин. Костин, ты должен был зайти. Да, не, Костин зашел. Да. Дино Брэнд. Так, Том Брэнд. Сейчас Том Брэнд и направо. Нахуй ты 2 метра пробежал только что. Есть. Налево. Бах, нихуя не видно. Вот это светло. Ладно, я снимаю камеру. Уже рассвет начинается. Викус. Не, ебать. Блядь, у меня дегидрация идет, я же выпил сок. Схуяли. В ноль, все. Ты заебешь, на еще. Спасибо, пиздец. А че, а еда тоже ушла. Куда, блядь? На еду. Блядь, спасибо. Лучший. Попробуем на машине выйти, если нет, на КПП пойдем. У тебя деньги есть? Да. Да. Несу в документнице.
Что, типа все друг друга поубивали, блядь? Там такое хуярилово было. Может быть, тагила, блядь, как чекила, кто тут спал. Ну, килу по-любому ебашили, потому что на третьем очень много было быстро. Это и такое СВТ или СВД на 5. По-моему, на парковке, да? Ходил что-то. Не, не слышу. Вот это уже хорошо. Тут уже хоть что-то видно. Короче, квест говна нахуй. Сзади бот заспавнился, блядь. Ну, сука. Красиво. Справедливо. Кому не похуй, что вы там квестики свои делаете, блядь. Да, можете нахуй пойти просто. Я бы назвал Таркова это «Иди нахуй за гейм». В принципе. Анимация прикольная у волка начала. Блядь, ну тут пизда. Тут уже светло. Да? Пусти, блядь, стоит нахуй. Бля, я их даже не видел, хорош. Где это, если где-то гнида где-то лежит, блядь. А ну сейчас я скину любит этот. Я левее беру в машине. Машина стоит. Стоит? Да. Прикол. Странно, да. Я по левой максимально пошел. Ну стой там, сейчас я подлутаю. Ну тут, по-моему, кто-то был, тут включали рубильник. Да, тут были. Спавн, скажем. Главное, чтобы возле машины сейчас кто-нибудь не шкелился, уже бабки нет. А ты где сейчас? Я по левой пошел максимально. Ну а где ты сейчас? Возле мусорки? Там надо мусорку проверить слева от машины, если ты на жопу ее смотришь. Ну да, да, но я тут максимально по левой, ты иди. Так, пошли, пошли отдавать бабки. Мусорка чиста. Готов? Я отдал. Так, я за мусорку. Я сюда. Еще дальше. За колледж, да? Угу. Нормально, мы до 9.50. Главное, это задроченный квест сейчас сдать, это пиздец. Угу.
короче, задрачу. Так, к нам сейчас пойду. Готов, давай. Готов все выходить. 10 секунд. Я хочу рисковать. Отлично, дядя, отлично. Повезло с машиной. Ебанешься, с первого раза сделали. Да, кстати, если бы мы пошли туда, то нам было, надо было идти только и выстрелить. Пиздились бы, да. Отличненько. Сколько ботов? 5. Витян, Спартак. И я наверное, 3. Сейчас пойду. Ой, блядь, иди нахуй. Будь здоров. Спасибо. Все, сейчас приду. Давай. О, мы вышли только что на краски. А? Алло. Алло. Ты сказал, что нет? Да, говорю, мы вышли как раз с рейдера. Что? Что, ты вот X вынес? Да. Куда ты пропал? А я по телефону разговаривал. А. А мы думали, ты не до этого, не доехал до выхода. Не. Доехал. Какую я ручку нашел, ебать. Даже вынес, даже. Даже по ебалу не дали, да? Это эту я подобрал, АГС-74. Квест выйти на лабе за 7, 2 раза за 7000 экспы, пачку вармагеддонов и 2 коршуна. Бейше. Имба. Блять, почему-то он фил квест на берегу, блять, выгодное сделал. Прикинь, выгодно, прикинь, у скупщика устранить ЧВК больше чем 20 метров 6, он дает 2 муля. Хуеть. Ну это, кстати, на завод можно было обходить, пиздец. Но нам нужно 15 раз выйти. Да, но я уже нашел мул. Блин, у меня с завода, что мы тогда ходили, Дебик не забрал калаш. Ты страховался на завод? Нет, это было застраховано. Ты за кого меня принимаешь? Так, а этот спектр ДТ, блядь, нормальный с ПНВ? Это охуенно, это мой любимый. Это лучший прицел. Халочка, в игре. Это я где-то, это я в контейнерах нашел. Сейчас вот потестим на этой хуйне, блядь. О, какой секс. Ты еще лет говорил про него. А ты ж вешал мне его на эту хуйню. Конечно. А как? Помню. Узнал, согласен.
Бля, АКМ почти без отдачи, заебись. Пожираемся и пошли. Правильно? Ха, командор. Правильно, бля? Правильно, бля. Бабки только возьмите. Всегда с собой. Твой бабос всегда с собой. Не, с документницей это вообще охуенно, типа ты просто пойдешь в документницу с ключами и все, еще слот не занимает. Ну это для богатых. А мне надо дождаться шестого карателя, чтобы хотя бы приблизиться. А эти, эту хуйню типа чтобы купить. Не купить, он дает эпсилон. А, эпсилон, не, даже не гамму, блядь. Какая гамма? Гамму он не дает. Это у него размер как у гаммы. Только он боковой. Ой, ну, в принципе, согласен. Блять, респираторы надо 4, ёб твою мать. А чё я забыл? Или ты забыл? Блять, мне дейлик нахуй выйти на развязке через безопасную комнату 5 раз нахуй. Справедливо. Ну это не так сложно. Мне нужно 10 штук сока бита. Нормально. Плюс 0,2 с лыжником, 45к рублей. А, ну кстати, военный фильтр, бля, он 80к стоит. Неплохой на самом деле. Блин, ну развязка только 7 часов, без ПНВ придется идти. Ну, пошли без ПНВ. Все готовы? Сейчас еще я одену каску. Все. Ну, тип «Слава Украине» стоит в очереди. Уважение. Ух, ебать, он тут маску одел. Огра. Как его там зовут? Упыря. Упырь. Бля, меня не устил в инвентаре, я думаю, продать его нахуй, типа. Все равно. Кто? Не устил шлем черный. Кто? Не устил шлем черный. А, не это устил. Новый. А почем он? Я хуй его, ну где-то 70к, я думаю, 8. Ну, у него 70 хп, блядь. И шо? Или 4-й, или 5-й класс. 4-й, 5-й, что? Класс, что? Чё ты доебался, блядь? Я тебе ни слова не сказал. Спокойно. Это 3-й класс. Нахуй нужен тогда, это же бесполезно. Чё это бесполезно? А то, ладно, я молчу, а то скажет, доебёшься. Я кого-нибудь Тернополь? Дякую ему, капитан. А, Михаил, тиранозавр Рекс, всё, наигрался? Ну, он в Ливы Бёрах его купил. Все пацаны из Нивы собираются там. Сухоручка, наверное, подговори. Угу. Бля, средняя цена на твой шлем 400 000 на барахолке.
но он без галочки. А, это не шлем, это подбородок, который защищает. А у него, наверное, какой-то накладки можно вешать. А так, вешать. Ну, он снизу, у него защищен. А так он стоит 72 тысячи, если покупать у барахольщика третьего левела. Поехали. У нас есть ключи. Может, дернем рубильник на безопасную комнату? У нас ключа нет. Там ключ. Бля, так я куплю на следующий рейд, я попробую это сделать. Нет? А чё, вот рубильник, восстановить подачу питания. А, ты имеешь в виду, что там... Да шо ж такое? Всё, я даун, извините. ПМ, кому нужен? Собираете? У меня два уже есть. У меня тоже есть. Окей. Вы мне это только вентиляторы, блять, компов, если что, подгоняйте, потому что у меня ни одного, блять, я просто не нахожу их. Бля, может машину отправить? Я могу оплатить и пусть и уедет. А у нас ее нет, да? Ну тогда можно. Зачем? Ну чтобы никому не досталось. У меня тоже. У меня 16к, блядь, я. Давай, иди. А то я пятерку так убрал. Вредно. Все. Тупо гнида. Так, это еще репа со скупщиком качается, поэтому. Нет. Если ты выходишь, то уезжаешь. Я да вейт. А ты что, это была бы имба, если ну, так? Ну да, на, да. Что, сейчас со спавна, который там, по идее, блядь, на участке мы должны встретиться, да? Вы где? Мы на... Понад забором, слева. На подстанции. Угу. Блядь, что в ящике для инструментов делают эти темные очки, блядь, Т-глассы, смотришь? Это наш, да? Все свои. И все свое берем с собой. Извините. Так, у меня только боты, кстати, у меня вообще типа больше нечего делать. Я просто за компанию хожу. Так это не за компанию, ты квест делаешь. Я пойду пролутаю. А, он не заспавнился. Их убрали. Очень много этих убрали. Схронов. Схронов на развязке. Так а что, мы можем внутрь пойти в целом? Ну, Виталику же нужно в магазине. Все, извините. Мы это сделали, а сейчас Виталик нужно сделать. За мат, извини. Бать, коровы несутся, бля, пол развязки слышат. Пусть боятся, правильно. Пешечка. 7.62 должно хорошо щелкать, ебасоски. А мы сейчас просто наш прошлый маршрут повторим, на Пепсикей заходим.
Вижу, вижу кого-то впереди. Да я его забыл. Нет, 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 нет. На кассах? Да. Есть, есть. Слышу кого-то. Там или бот, или... Тихо, или тихо, тихо. Тут входит. Внутри, в этой хуйне есть. Понял. Да, он пробежал. Пробежал туда. Я смотрю. Смотрите слева, пожалуйста, в коридоре. А нахуя ты за меня стал? Побежал. Побежал. Он побежал. Окей. Скорее всего, это бот был. Скорее всего. Вижу еще движение впереди. Это бот. Убил. Не убил. Лех. Убил. Я внутри. На складе ничего вообще не заспавнилось. Или уже залутали. А зал не нужен никому. Мне щелочь нужна, если найдете. И okay. Респираторные маски на бот. Мне соквита. Мне полумаска с бота нужна одна. Окей. Okay. Все запомнили. Справа кто-то есть. Да, да, я тоже слышал. О, с маской, кстати, молодой человек. Пойду проволтаю. Он сильно волка не бежит. Это может он убегал? Это может. Бля, ну он в таком опыне еще лежит. Ебаный рот, бля. Если будешь лутать, забери мне маску, дай, пожалуйста. Да не, нахуй. Сам, если хочешь попролутать. Он летали сейчас, да. Самый смелый. Не, ебать, охуенный прицел, пиздец. Да? Я заметил, хуй знает где за счет него этого типа. Невероятно. На маску. Благодарю. Нам надо туда пойти, детская площадка, правильно, блядь? Правильно. Правильно, правильно, блядь. Вон он, блядь! Ебать его! Где? Вон он, где? Вон он. Ебать. Хуя. А что это еще за трасса? А кто это стрелял? Кто это стрелял? Я. А у тебя безглушитель, я не знал. Холодно. Он же тебя наебашил еще? Я по щетке. А я и не трогал его, нам же всем боты нужны, я нам думаю, ну справитесь. Я когда увидел его, уже Виталий сложил. А шухавчик там полутали, не? А где тут хавчик? Ты же в бистро зашел. Там на кухне. На кухне и на пол. Я чувствую. Я всегда тут горошек находил. Раньше. Моя любимая. Ебанешься. Пустые полки нахуй на кухне. Просто ничего. О, какого хуя? Что это было, блядь, со светом, или это, блядь, игра, блядь, мне кажется. Как будто фонарик моргнул. На улице никто не отсвечивает. У вас есть ключи от МЧС, у меня там эти химикаты или витамины. Есть, но я выложил прям перед этим рейдом, я не знал, что надо. Ну, мы тут надолго, поэтому еще возьму следующий. Да, у нас. Ты знаешь, куда тебе идти, Виталий?
Да, тут есть справа магазин у меня. Окей. И там же справа вдалеке. Можно по коридору в целом. Так, есть. Где Нортекс? Да? Там дальше, через... Ну, короче, по этой же херне, сквозь эскалатор. По правую пусти его, и там дальше Дина, по-моему, будет. Угу. Что-то тихо. Да слишком очень, тихо, очень мне тихо, это не для нравится. Такого, для такой светлой поры. А, так ты же все равно, кстати, в Мантисе ж можешь забрать. Или ты уже отдал? Ну и что тут за хуйня? Итак. Что? У тебя ж два надо забирать. Ну я не помню, я знаю, что один в МЧС. Ну а один в Мантисе. Вот, в моем возле Мантиса. Ну и что тут за хуйня? Ты к нам идешь? Да. Окей. Где он пиздел, блядь? Я справа кого-то слышу. А где Манчес? Вот это бегун, вот тут где-то. 8 впереди. А, он справа. Да, он справа. Направо еще направо. Подожди, мне Костин вроде бы надо. Надо. Есть Костин. Меня когда-то тут расхуяли. А ты в Дино был? Да. Ага. А где поты, блядь? 3-2, Один. Ты прям хочешь, чтобы мы в ПВПшечку залетели, да? Да никого тут нету, блядь, какого-то хуя. Да, вот Мантис, вот Мантис. Мантис вот справа. Понял. А где там забрать, ты знаешь? Сейчас, справа. Кто-то впереди. Да. Вижу бот. Бот, походу. А, нет, ЧВК. А, я не успел, он убежал. А где, куда? Он упиздавал вперед туда, к Дина. Налево он ушел? В авокадо он ушел, налево, авокадо. Бля, чуть-чуть не успел его прицелиться, ебал. Подожди, мы еще кого-то тут слышали? По железу. Лутает. Он что-то лутает. Может, он наверху? Наверху, похоже. Ебать, у тебя там. Диплома. Вот тут, направо пойди. Сейчас вспомню. Вот тут, по-моему. Ты его даже не убил, ты его расхуярил, блядь. Кто тут фонариком? А где? Я не могу найти. Налево. Вот. А. Тут нигде нет. Нет, вот контейнер. Смотри, вот контейнер. А, вот. Так. Пошел? И тут ничего нет. Но он в разных местах спавнится. Нет, он в одном. Пойдем за мной. Он или вот здесь. Кто-то ходит справа. Вот тут. Есть? Mm-mm. Так, если нету, вот где-то вот тут, блядь, нет, закрытый. Сейчас, где-то тут еще один должен быть. Вот здесь я находил. А вот тут есть. Земляк к нам идет. А есть МС-ка, вот. Да, к нам. А он по мне, по идее. А стрелял кто по нему? Вот. А я не стрелял. Ах ты, ебашила! Били? Mm-hmm. Ебать, он охуевший. На ТМС-ку. Mm-hmm. Шина нужна кому-то? Ебала.
На выход у ТЭЦ просто машина уехала. Кто-то расстроится. Идут. Идут к нам. Блять, это бот. Да ебать, иди нахуй. Пацаны вышли. Да, это пиздец. Извини. Извини, если извини. Я дозаряжу, потому что я нормально отхуярю. Еще идет. Вот и боты. Ебанешься нахуй. Маски никого там не было. Не видел. Докидывай патрон. Лита сок. О, мне. Это мне? Как вас различают? Я слева. Я куплю желтую куртку на 26 левеле, будешь меня узнавать. А до тех пор не знаю. Да, я в темноте я узнаю. Блять, я тебя не вижу, но ты в темноте, блять. Ёбаный, вот это нас осаждают, блять. В этом мантисе, нахуй. Да вот, вот. Пать, мы нахуярили тут уже. Я карта знает. Блять, ну нету маски еще. А полумаски. Я что-то не обратил внимания. Я не видел ни на одном пока. Там, кстати, где-то был в 6B4 шлеме, вот в этом обычном, типа. Если кому-то надо. Еще идет слева. Слышите? Ебашьте, я заряжаю. Вон он. Да ёб твою, блядь. Да умрёшь, блядь. Это пиздец, нахуй. Опа, сейчас ок. Так, какой там осталось нам по магазинам? Сейчас чекну. Блин, авокадо и топ-бренд. Так авокадо был рядом. А вот. Я заходил. Вот авокадо, я вот тут хожу, идите ко мне. Вот он слева. А, нет, это было. Ты не добежал. А топ-бренд, посмотри на карте, я не помню. А мы... Так, авокадо есть. Мы в прошлый раз. В раз мы... Служивый! Кто-то ходит. Ага, вот. Блять, не, я вообще в темноте не вижу, блять. Поэтому по НВ все равно тут. Это я. А ну, видеокарты. Это сзади еще бот заспаунился. А что у нас по таймеру? 20 минут. Сейчас челоботы попробуем. А где то бренд ты проходил? Скажу. Да. То бренд на стороне Дино Клосес. Дикий где-то сюда. Да, справа. Ну то нам куда надо идти? Нам сквозь Расмусена и направо от Спортса. Тут где-то Спортс должен быть, от него направо в коридор. А, вот он. Спортс. Да, вот туда вперед. И он будет слева. По левую сторону. Вот. Это последний, да? Угу.
Сейчас скажу. Нет, точно не добил, но сколько я... У тебя уже очень близко, по идее, потому что... У меня 10 еще. А, все, понял. Так. Да, можем идти на выход. Что, у нас железка, да? А, не, МЧС. Пошли налево и вниз. Как раз того бота добью. Бля, сколько ключ стоит? Это такой не куплю к следующему. Там два ключа. А, да, там одна карта и ключ. Тут видюхи спамят. А нахуй нам фонарик, он, блядь, палит. Дикие впереди. Да, мы заживем. Пацаны, окружаем его! А где его окружаем? Блять, он сидит в углу, блядь. Ебать, урод. Окружил? А он меня только что, блядь, за очко чуть не окружил. Ну, за окружность. Ну, на территории Оли два бота. Тут есть полумаск. О, я заберу. Оставься. Угу. Выбирай. Ой, ушаночка, ебать. Ушаночка моя, ну ладно. Все, отдаю. Бери. Где он? Убил? Угу. Еще один. Пока не вижу. Идет. Блять, берцащими! Убил. Ёбаная, блядь. Вот сейчас мы пофармим тут. Кто? Yeah. Нет, бак, что ты там? Прячься, нахуй. Где он? Убил. Ты че он не умирает? Я не знаю. А что у тебя, блядь? Че у тебя зеленый трассер? Чем ты стреляешь, нахуй? Там. Ты как будто в него калом метаешься по чуть-чуть. Угу. Он облипает, но не умирает. Но у него 4-й класс был, справедливости ради. Справедливости ради. Вот нахуй ты это сейчас пизданул. Типа полутал комп и в комп положил панамку. Бля, а у... Виталий, я слышу, ты поджираешь, а ты, у тебя еды лишней нет? Так, кто-то еще идет. Где? Где он, блядь? Ау. А что за пиздец? Что за война, нахуй? Оставьте, он мой. Я его сейчас убью. Да, нахуй. Пожалуйста. Вот. О, класс. Я из-за него потерял 60. Блядь. Я понял, это личное было. Я тут кинул, блядь, и не мог найти. Так, тебе похавать надо? Ну да, вообще желательно. У меня есть 30, похавать, 40. Но пить нету. Ну, 30-40, пока еще живем. Где ты? Да вот хожу. Вот, на, похавать. Хуя ты, блядь, затормозил. Дрифтер. Дашь ты маску? Да, сейчас. Только сурфкит, только осторожно, не проедем. А, это сурфкит. Потому что он фуловый, я его только, блядь, взял. Зайди сюда, где-нибудь, за хуйню. Если сейчас отменю, будет минус один хуйня и, знаешь, не заходит. Да, не, и так вот за него убить готов. Да, блядь. Но новый. Не дай бог проебешь, ёб твою мать. Нихуя. Я не говорил, не дай бог. Ну, справедливости ради не говорил. Ну так, справедливости ради не говорил. Вроде никого. Вижу.
Да, его. Еще? Пацан готов. Еще есть, бежит. А с чего ты стреляешь такого громкого, Виталь? Что за калибр? Это не я стрелял. Не, а вообще. Вот тут реально вся развязка слышит. 9-19. Пиздец, звук какого КМа. Да, громкий. Я тоже думал, что это калаш. Кирюха, где ты? Я на складе. Присадку ищешь, блядь. Угу. Вообще нихуя нет. Ёб твою, блядь, где? Подожди, он меня заметил, да я найду его. И тебя. Да, блядь, он уже мертв, Виталя. Опа, это моя шанка уже. Да, пожалуйста. Да иди ж ты нахуй, ну ты заебал, блядь. О, АПС-очки мои, сейчас дозарядим. Сука, ну шо за хуйня, ну лежит, бля, на втором зачем? Этаже, я не могу его забрать, ну заебал. Я заряжу СКС-ку и верну тебе. Просто у меня на этом кончились патроны. Да, пожалуйста, пожалуйста. Так, я попить нашел, могу дать. Я горошку нашел. И попил, и поел. Сколько тебе еще бить? Да у меня дохуя, они, ну типа. Я только начал такую не делать, как Кирич. Наконец-то шмара, блядь. Нашел? Ну, первую. Бля, ни у кого бота не было, маски белые, не видели? Не, респиратора нет. Только мне идет на склад. Я. Сейчас я присоединю. Прямо, дикий пидорас! Не согласен. Вижу, уёбище. Ну ладно тебе, ну блядь. Да, я знаю, как там. Не самый красивый. Бирс, гивап, блядь. Боже, какая хуйня. Хуй, блядь. Хуй, блядь. Fuck you, asshole. Ты по своим ебашишь хуй. А куда вы пошли? Направо, налево? У нас предатель. А хуй его. Нашел. Piece of shit! Nice. Своих палит, блять, крысам разотная! Все небо? У нас все крыса! Свои хвалит, блять, крысам разотная! Куда стреляет? Ебать, поймали вай, блять, ёпта мать. А стрёмное местечко-то, да? Ну чё, бля, работаем, бля, работаем. Бля, ну одна присадка, но это рофл, бля. Там, блять, мы ещё будем на эту развязку ходить, найдёшь её. Что мы обе на выход? Вот тут согласен. Я с таким настроением ходил и 13 дней искал ПМ второй. Бля, а чё стекло такое дешевое в этом лайке? Прямо! Чатапака! А, ну дай мне стекло. Я с него крафчу. Блин, дикие еще эти. Только их не хватало. Я с него видеокарту крафчу. Ой, видеокамеру. Never mind. О, oh, сейчас, кстати, можно ночью, на ночь yeah, пойти. Sure. Угу. Ты так должен МЧС-ку попиздал? Я побежал, надо. Хоть ящик спиздили. Бля, я тоже хотел его полутать. Бля, помнишь на последней минуте чела? Когда я этот ящик лутал? За дикого. Бля, ПНВ не хватает. Да, блядь. Да. Где ваш?
Сейчас с фронт пойду. Может там что-то было. Мистер Жадничь, как всегда. Без меня. Я даже бочку спиздил, я понял, вообще не по сторону. Увлекательно. Я плавал. Я вышел. Развязка пустая просто. Пустейшая вы. Я в шоке, да. Посмотри, сколько стоять ключи будет. Да, сейчас я посмотрю, потому что мне... Другой вопрос, что мне 5 раз выйти, типа... Насколько оно стоит? Что я получу, то не надо. Этот ключ? Обнаружен выход. Там же сейчас, ну, безопасной типа комнате есть... хочет. Да, у меня туда выйти 5 раз в безопасной комнате. Сейчас я посмотрю. А, то там даже не смотри, там возле миллиона. А! Там ключ 600, я только что смотрел. Карточка, ебать, я 11 диких захуярил за этот рейд. Я 5. Там ключ от МЧСки тебе нужен, да? Угу. Не, а, да, да, да. Нет, да, возьми что-нибудь, возьми что-нибудь более летальное. Да, 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 я понял, что. Глушёное желательно. И ПНВ. У меня на денег на ПНВ нет. Ну, я возьму. Не переживай. У меня тоже лежит с инвентаря с бомжа на берегу. С бомжей на берегу. Шлем брать или нет? Не-не. Бля, Кирич, а тебе вернулось, кстати, с берега, потому что у меня еще нет. Тогда, когда я тебя раскидывал. А когда ты меня раскидывал? Когда ты сдох. А я убил твоих. Конкретнее. А, Кираса. Еще нет. Еще рано, по идее. Полумасочка. Убить диких, используя оружие с глушителем, локации резерв. 13 штук. Как-нибудь не себе. Ушанки имба, конечно, собираем, продаем, поднимаем бабас. А я их собираю на класс. Не знаю, я от таможни так пригорел, блядь, в прошлые разы, когда мы ходили последние. Я не знаю, когда я туда вернусь. Скоро. Скоро, скоро, да. Я уже 9, я 9 уже убил, ничего, конечно. Я не хочу скоро туда возвращаться, ребята. У меня надо. Улица говна, у меня маяка много, улица говна. О, я улицу даже не хочу идти. Для меня улица это лучше уже подстава. Лучше, лучше в жопу ебейте, да? Да. Да не скажите, бля. У меня это улица. Я бы согласился лучше в жопу, чем маяк. Не, на улице маяк. Охуенная карта. Не, маяк лучше. Они оба работают как говно, блядь. Даже на моем компе, поэтому я обе эти карты ненавижу. У тебя какой процессор? Рязань. Какой? 9, 7800. Ну это новый, да? Да. А у меня 5600X. Что мне говорить? Ну, ну да, но типа они не оптимизированы, блядь, эти карты. Ты там был 2.5 раза, блядь. Да, блядь, я 2.5 раза загрузился после тебя, блядь, через полчаса. Нахуй. Нет, так это дело не в процессоре. Да, это SSD-шник. У тебя есть SSD? Да, у меня SSD. У меня SSD. Блядь, как... Ну,
Жесткий диск, да? Нет, у меня SSD. Просто Тарков не на M2. Ну, тебе понятно тогда. Все понятно. Надо перенести. Все понятно. Блять, с вами тоже все нахуй понятно, нахуй. Все понятно, да нет. Все понятно. Вот сейчас понял. Ты по своим хуяришь, хуй! Так, все, я PNV вынес и ключ сейчас, ключик надо. Блядь, реально в миллионах исчисляется, блядь, чтобы на эту хуйню походить. Повыходить. Ага, эти два будут в этом. Как называется этот ключ? Ключ от ультра? Карта от объекта 11 SR. Привет, покажу как. Для безопасной комнаты только одна карточка там должна быть. 150к. Ну, в принципе, можно купить. Я купил. Причем там можно найти биткоин. Все, я купил. Короче, будем попробуем повыходить через эту комнату. Потом... Что-то на богатом, извините. На карте тут. Что, PNV одеваем, да? Так, а Neo Steel, если торговцу продавать, стоит 40к. А ладно, куда-нибудь одену его потом. После чего уходим из заведения и спускаемся по эскалатору. Я иду, я не и поел. Опять купить. Налево и входим в двери. Пробит пол. Поворачиваем налево и спускаемся в пробитый пол. Блять, очки сварщика. Ночью недостаточно темно, в принципе. Нет, и чтобы не слепеть. Опять налево и входим в двери. Не ослепнуть. А, типа одеваешь под PNV и тебя меньше слепит? Угу. Фонарик. Прикольно. Три оружейных ящика, полки и стол с модификациями. На полу может лежать барахло. На стене перед входом можем нажать на панельку и выйти с локации, или же активировать рычаг и прийти к контейнеру с ультом, который находится под ID. Под обрушенным полом поворачиваем направо. Идем прямо до парковки сектора B. А, там же еще, блин, я смотрю, там еще рычаг, который открывает контейнер. На B6 поворачиваем направо. Что за рычаг? Это потом тот, который на парковке? Нет, который внутри безопасной комнаты. Ну там надо зайти в эту хуйню. Там не надо рычаг, там надо зайти в эту. Нет, там внутри есть рычаг, который открывает лутабельный этот. Бля, на этой безопасной комнате только 15 выходов за 150к. Ну как ты хотел. Сейчас пойдем. Если там хороший лут спавнится. В принципе логично, в принципе согласен.
Какой у тебя процессор еще раз? Сейчас скажу. Ryzen 9 7900. Ну, если он не тянет на улице карку? Ну, у меня там, ну, типа, побольше 60 FPS, но с просадками до 30, блядь. А какая у тебя видеокарта? 3070. Да ну, это не может быть. Да ну, я тебе тоже говорю, что это не может быть. Как ты думаешь, почему у меня жопа горит? А сколько тебе уже? 32 гигабайта. У меня ком за 2000 баксов, чел. Я не знаю, каким хуем это возможно, блядь. Ну я тоже туда не хожу, потому что, ну, у меня попроще, у меня RX 55, блядь, 5700 XT. А где наш товарищ Кирюха? А ну пошел. У нас спал сейчас на железной дороге, блядь, жопа приедет. Не свети. Кирюха! Сейчас набирать его, что ли? Ебать, мы быстро загрузились, пиздец. Я реально набираю его, потому что сейчас, блядь, минут. Что ты делаешь? Ты мне звонишь, блядь. Да рейд начался уже. Ну и что теперь, блядь? Ну, блядь, в говне его упали. Да нахуй ты мне звонишь, блядь. Кому нахуй тут нужны? Это жопа, блядь, мира. Из железки. Кто, блядь, тут пойдет? Ну мы всегда ходим этой дорогой. Ты дропнешь ПНВ человеку? Даня, блядь, проснись, я уже все сделал. Кирич, а тебе какой комп? Тебе какой комп? Пошел мне. Какой компьютер? Да я пытаюсь вспомнить проц, блядь. А, у меня 7700, по-моему. Или 7800, потом. Я сразу его драл тогда вообще. Да? Не, что это не тот аккаунт был. Рязань. И 3060. Дикий впереди. Бля, флешка была, а шо, кило заспомнился, да? А, ну мы до сих пор без глушителя, да? Ну, в целом согласен. Ну, это у вас глушители богатые. Ебать, что за война? Что происходит? Четыре дик. Или два. Да? Для маски. Мне уже не нужны. А мне нужна маска, респиратор. Понял. Сколько их? 4 надо собрать? Да. БЖТ это ж хуйня, патрон, да? 19. Нормально. Ну ты что, будешь бегать за 19? Ну, на завод там, бай. А что так светло, блядь? А, вот это. Опа, это что было? Я выключил, свет. Что, мы идем дальше?
25 000 дикобов. А нам теперь на МЧС там все равно внутрь надо, да? Ты передал этот мантиса? Угу. И дернуть рубильник надо зайти. Подожди, так а что за рубильник тогда в ГЭСе стоит, я не понимаю. Так это, чтобы эта дверь активировалась, нет? Нет. В ГЭСе стоит, чтобы открыть ультру. О, не ультру, а кибу. А, киба, а. Киба, всё. Кибаром, а, тогда нам на ГЭС не надо, получается? Нет. Ты ж купил ключ, ты знаешь, да, как его открывать, куда бежать? Безопасно, я не буду чтобы в ГЭСе работать. А если питание не дать? А, так все равно надо подавать. Ну да, она не будет, если не дать питание. А он на каком безопасной комнате? На третьем этаже где-нибудь? Да, там надо в туалете. Но получается, но сама активация не работает без этой, да? Электричество, да. Все, все, понял. Теперь я взаимосвязь понял. И тут же ж еще есть в контейнерах на парковке. Как там, 100, блядь, не помню, 120-я, или как её? Ну, тоже без питания не будет работать. Mm-hmm. Да что за ночь, блядь, ёптвою. Внутри будет нож, не понял. Не, нет, вот нету скронов. Где какая-нибудь стрельба, блядь, там что-нибудь? Так только что было. Там, разве стрельба? Виталя громче пошумел с ботами, блядь, чем типы. Кстати, если глушитель нужен, то горим и вынесем, блядь, чтобы этот, чтобы не шуметь. А я чтобы испугать. Мы на тет, да? Да по-хорошему, да. А что нам там надо? Да ё-моё, Данечка, не знаю. Даня, доброе утро. Мы шесть лет уже обговариваем, что нам надо, чтобы активировать выход, нам надо включить рубильник, потому что он и за кибу отвечает. Он мы просто... сказали, что на третьем этаже. Ой, блядь, всё, я потерял вообще нить, блядь, повествования. Он активируется на третьем этаже, но ты там, блядь, проводишь карточкой. Чтобы ее провести, она активировалась, нужен свет. А свет подается где? Все, понял, пиздец. Вики. Дикий, где это ключик? Я не слышу. Я не слышал тоже. Вижу дико. Эй, земляк, мы... Не то распрятка. Справа был какой-то звук. Скорее всего, на втором этаже. Дикого подолбил. Слева. Убил?
Да, нам же МЧС-ку надо. Мы можем через МЧС-ку и пройти на ТЭЦ и вернуться обратно. А, вот так можно, блин, чтобы не шуметь. Ебать, ура. Просто это, типа, не самая очевидная позиция. Ты отсюда расчекать можешь. Ну, еще не шумно. Ну, это я капсом иду. Ты также можешь идти капсом и на железо. Я тоже капсом. У меня просто я перегруз есть, поэтому я... Звук есть. Итак, мы поднялись к Оле. Mm-hmm. Чтоб к МЧС-ке пойти. Я взял пилигрим, не слышу. Лушак. Да, это Акирич. Блядь. Не попал? Да не, я, блядь, думаю, мне надо воле полутаться ж. Есть у нас время, давайте я... О, присадка сразу, максимально сразу вот здесь. Все, вопросов. Ну так, все, больше нам не надо лутаться воле. Чего, мне еще три надо. Я бы пошел там, где Вашан или где еды много, мне сок надо. Мы можем все сейчас пройти. Тут, кстати, где-то бот был. Вторая присадка. Хорош. Бля, аккуратно, вот где я хожу, где-то кто-то шевельнулся. Я не понимаю, где. Мы тоже заходим в волю. Понимаю, где он шевелится. Давайте только вместе шевелим. Я тоже слышал, он слева, не? Ну. Блин, мне еще одна присадка. И я готов. А датчик стоит чего-то? Да, 80 тысяч. Нормально. Узнали. Ёбаный свет, нахуй, тут просто пиздец. А, мне, кстати, отвертки нужны. Мне три отвертки надо собирать с красной ручкой. Виталь, тебе соки еще нужны? Да, мне 10 штуки. В Ашане, по-моему, да? Нет, это где-то возле Мантис. Туда нам надо. Да. Пропан есть у всех два? Да. Не, у меня нет, а что нам надо? Да, могу тебя взять, отдать. Это барахольщику на крови войны нужно. Да. Бля, ну да, еще, я не хотел. Кто по дереву? Я. Топнул. Окей. Maybe у тебя еще кто-то, я далеко. В смысле, ты не воле? Я с вами тут. Вот он, так а что значит там далеко, ё-моё. На. А я думал вы дальше ушли. Пиздец, ты пугаешь нахуй. Не, я уже хотел очередь, я думаю, я переспрошу. Я не с вами, я тоже ебало уже выцелил. Тихо. Мне не... Кто-то еще может слышал, как будто пробегал голос. Я слышал только по деревеньку, кто-то стоп. Это я, да. Блин, ну одну присадочку. Тут, кстати, крысиные позиции, блядь, недовские. М62 говёный по... Ты всё равно не бегаешься. Ну, на продажу, блядь. Сок яблочный. Не, мне надо бить. Я не бегаю, но может когда-нибудь я соглашусь пойти убрать за прапором в лесу и буду делать эту хуйню, блядь, за егерем нахуй, на 80 метров. Я насрал, пойди убери. Хуяна, ПВС 14. А кто тут убитый? Где? Ебать, что? Кто это, ну? Вы у каски, по-моему? Тут мальчик прилег, у него хороший бронеразгруз. А-а-а. Тихо, по стеклу кто? Не я. Мы остановились оба. Впереди. Может, я, типа? Тихо. Где? Поднимается, где? На эскалаторе поднимается. Возле эскалатора. С
Бот. Дикий. Ну может челобот, крот. Рановато. Подожди, мне не нравится, кто слева по стеклу, блять. Кто из вас по стеклу? Я в голову. Я слышу все. Вот я отсюда пришел. Тут слышал. Да. Тут тип есть, да. Тут тип есть. В логистике Оли. Есть граната, если что. Дать? Он слева в комнате. Давай. Парахуевая максимально, блядь. Сори. Она через дом прокиднула. Там нету крыши, типа? Нет, нет, она есть, она есть. Он слева да, сидит. Да, ща я въебу. Пропитал, я зайду за пушку. Он где? В первой двери или в второй? Я не знаю, где-то или в первой, или во второй. По-моему, в первой. Не знаю, я пробежал. Не знаю, ты аккуратно. Ты слышал его точно? Да, по-моему, да. Поедем, опа. Это я. Тут нету первой, я прочекал. Что за бред, блядь? Отвечаю, тут кто-то был, блядь. Может он в туалете, блядь? Где-то он может сидеть. Труп же рядом лежит неразлутанный. Я говорю, я слышал слева, блядь. Окей. Не, мне не показалось. Я отвечаю, я слышал слева. Тут негде больше. Негде ж больше. Блядь, ну. Жир, парни, сори, но я железно слышал. Что, с кем ты стреляешь? Так, почему дикие не хотят умирать? Не, мне парни, кажется, я слышал. Мне кажется, ты с каким-то не очень хорошим патроном просто стреляешь. Так что, вы будете забирать броник или нет? Тут поломаз, какому надо? У меня броник разрушен, поэтому мне не хочется. Кому поломаз нужен? Уже нет, уже нет. Виталь, тебе нужен броник? Бронеразрус? Будешь меня? Какая? Рфаб. Это лучше, чем картошка? Конечно. Вот картошка тут говно лежит. В этом вайпе, дядь. А тут человека лежит, кстати, нет. Ну и тут вот лежит, а то не хватит. Давай я заберу. Может они друг друга ёбнули, типа? Разбирай. Или может один двойку ёбнул и не смог всех разлутать. Что это? Ботал, да. О! На тебе маска. Вкусно. А, нет, это, блядь, челик. М32 нужно кому-то? Нет. Хотя я могу забрать, если тебе есть, не нужно. Ну, не. Мне некуда разгружать. У меня куча веста. И, кстати, разгрузка альфа хорошая. У меня лучше. У меня сейчас ЛБЦР. Ладно, я заберу. Бать, коршуны пришли, блядь. Да, кто-то убил, всю работу сделал. Может их боты, блядь, порешали, но нету этих, блядь, нету значков, сука. Мера, Дарка. Нету жетонов, блядь, какого-то хуя. Ну, разлутаем. Так что, типа, жетоны собрал и съебался, нахуй? Да, в смысле, у них ни оружия, ничего нет. Он, скорее всего, фулка сам по себе был. Что? Виталь, ты? Да-ля. А, он завис, нахуй. Он завис, у него интернет, походу. Вот он завис или его убили, блядь, что? Нет, он висит, он стоит, потолок смотрит, он, походу, завис. Он стоит над трупом, смотрит в потолок. Не, я дрифа подальше уйду, блядь. Я, да, тоже. Блядь, ну кого я слышал тогда? Я нихуя не понимаю, что это за бред, блядь, ебаный. Я на кассах прилег. Я в параш. Okay. Бля, ну, надо ж его прикрыть, бля. Ну мы услышим, если... А шо, так что, если его ебнут? Стой, стой, тихо. Идет. Бот, походу. От ботов, походу. Вижу. Убил бота. Ну, услышим, если бот придет, типа, если еще бот идет.
еще один. Отлично, фармим, пацаны. Он, конечно, в опыне стоит пиздец, блядь. Блин, мне что-то так понравился этот АКМ, который ты мне собрал для карателя, типа, что я с ним теперь летаю. Ну, конечно, это топовая сборка. Ну, кроме трубы приклада, это предтоповая. А что это за броник? Это твой броник? А, это не твой АКМ, это то, что я себе соберу. Это с этим, с прицелом, как для СКС. Броник не мой, я не знаю, чей это броник. А, это Виталий. Это Виталий. Бля, ну где присадку еще одну найти? А где Виталию дождаться? Я, конечно, не надеялся найти ни одну, но теперь, блин. Теперь обидно. На ТЭЦ вышли уже. Ну, логично. Ну, типа, квестики вышли делать. А мы тут, блядь, вала ебем. Ну, кстати, по идее, типа, блядь, я скейт нажал. Теперь, по идее, никого не будет, чтобы мне на третьем этаже помешать активировать эту залупу. Надо, бля, о, я сейчас, короче, посмотрю, пока мы все равно лежим, ждем Виталию. Ходишь, ну. Что за хуйня, блядь? Где? А, безопасная комната. А, ну мы же это же ее активировать надо, блядь, на этом, нахуй, все. Короче, в этом рейде мы, скорее всего, не успеем сделать. Да, короче, это... Дядь, ты уже ушел далеко в Оле, да? Я хожу тут. Ну, я Виталию стерегу, короче. Да я тоже, я просто изнутри. У меня еды мало осталось. А, у меня есть. Может, с БУ червь пропал? Рот и слышал. Не, не знаю, Жарю, я точно слышал. Стекло, ладно, а вот слева звук был точно. А, я ночное видение нашел. ПВС-14. Что это? Это прицел типа с ночным видением? Портативный прибор ночного видения АН-ПВС-14 для армии военно-морского флота. 13 тысяч. Понял. Хуйня ебаная. Но мне все равно интересно, как он работает. На один глаз одевается, блядь. Не знаю. Я не юзал. Шанс, что Виталий вернется. Я думаю, мало. Во сколько нам нужно его кинуть, чтобы успеть на выход? Я не знаю. Надо до конца, чтобы боты не дадут там. Последнюю нашел, сосать. Хорош. А я, может, могу с той стороны прийти, я там не смотрю, бля. Ты смотри только со стороны эскалатора. Я внутри все закрыл. Okay. Ебать, три. Сюда. Блин, если бы сейчас не нужны мне присадки, я бы пошел ее уже активировал и вернулся к тебе. Но я, блядь, не очень хочу ее сдать. Да, да. Успеем, нам еще, блядь, сколько раз выходить? Нам же конкретно надо будет выходить на эту путь. Успеем еще. Куча рейдов впереди. Виталя, такой молодой. Ты говоришь, присадки, ты щелочно собирал, блядь. А, мне щелочно. А зачем я 4 собрал? Мне одна нужна была. Одну ж я нашел, и мне вообще 2 их надо было. И промывка КД. Да, не присадка, а щелочь. Присадки я сдал, а ты, блядь, рассказывал про присадки весь ну, пусть будет так. Блядь, а теперь боты, блядь, за все умерли.
Ну мы дохуя их наебашили здесь. Так мантису это не было проблемы. Ну да. 9, аля. У него такое уже было? Я не знаю. Не, я имею в виду, ну, типа, в ваших лейнах. Да я играл с ним в 21 году, все остальное мы с тобой играли. Меня только вода чуть-чуть беспокоит, но там пока 30, там пока терпимо. Старшие челоботы перестали на эту ходить особо, типа, не немного их. Ну чё, хули тут делать? Ну чё, надо на маяк ходить. Я думаю, что минуты седьмой пойдем, да? Да в целом, да. А когда, а куда, блядь, мы в Оле, а шо у нас рядом? Мы возле КПП МЧС? Да. Все, блять. Просто если мы уже его кидаем. Ты шевелишься? Ты на кассах, блядь? Ты на кассах, твою, да? Твою мать. Пиздец, я типа, я тебя... Так а что ты балан торгуешь? Этот, если мы его уже кидаем, я бы его убил, забрал жетон и раскидал, потому что... Мне жетон нужен. Но только, ну, еще время есть. Он не бежит на месте, блядь. Ну, он же ж не двигался. Поэтому ему засчитало, что нет. Ладно, пошел погуляю. А выстрелил он почему, блядь, перед секундой? Ну, дисконнотнул. Что ты говоришь? Пойдем погуляем по воле? Я пойду гулять. Может, бота найду. Зачилься, тем более у тебя воды мало. Будем идти, можем через МЧС пойти, может, эти тебе найдем. Мул какой-нибудь. Ну, кто-то есть. Минут. Вот где-то заспавнился. Пойду на свое старое место. Вижу тебя. Ты в доме, да, в этом нахуй? Дом мебели, да? Бля, я писать хочу, нахуй. Так, блядь, я короче, лег, блядь, за кассой, меня здесь не найдут, если что, я пойду пососу. Хорошо, потому что я уже усыкаюсь.
электродвигатель, нихуя себе. Бля, дашь мне, если это чите тоже нужен? Добежу. Там металля стоит? Стоит. Ну, 9 минут. Ты на третий пошел? А ты на чили, на расслабоне, бля. Если что, когда этот забыл двигать. Чтобы мы точно успели. А, это вот это. Нет питания. Ключ, ключ сюда 600 тысяч, блядь. Я не знаю, что там, блядь. Пару сумок, блядь. Просто хули он такой дорогой, я не понимаю. Квест может какой-нибудь для поздних. Да нет, левелов. Наверное, спаун какой-то, блядь. Ладыкс, блядь. Сколько мы за 5 пойдем? Угу. Я думаю, Виталий уже можно ложить, да? Плавно. Можешь раскидать его, да. Эх, Виталий, Виталий, прости. Не, ну мы ждали. Ну мы прождали достаточно. Нужно наоборот, чтобы ему помочь. Ну забери, давай потом, пожалуйста. Так, все, тихо, тихо. Это я покажу, если что. Парень бежал. А твоя ПНВ застрахована, которую ты ему давал? Нет. Тогда я его оставлю. Я раскидал. Полностью? Да. Картошку я скину, скину. Все, я все скину. Твой ПНВ у меня и твой жетон у меня. Угу. О, какой бот хороший. Еды поеды принес. Угу. У меня, кстати, один с воды. Вдруг у тебя останется. Я возьму тебе бутылку. А мы через эскалатор пойдем? Не, я к тебе вернусь, мы через склады пойдем. Сейчас я хочу тебе зайти посмотреть. Давай, 5 минут. Ты бежишь? Нет. Нет, не бежишь. Это бот он. Это бот. Да ёб твою, блядь, сдохни ты. Блядь, БПшки нахуй, ну это ты клоун.
Не сильно слышно было. Просто клац-клац. Так, ну что, мы, может, дядя найдем что-нибудь, да? Или, видимо, нет. Что там можно найти? Хотя бы препараты какие-нибудь. Я ни одного этого в прошлый раз не нашел. Это ж, блядь, бред. Блин. О, сок Вита, который ему нужен. 30, мы успеем? Типа заберу себе разгрузку под этот рюкзак. Что, у тебя бот там был? Ну что сказать, кто-то шортал, да. Где? Как на склады. А, на склад. Ну, походу, это был челобот, который съебался на. У тебя МЧС есть, да? Да, нормас, нормас, там где-то пошел. Все, класс, закрой. Услышите, хорош. Ну, все, иди на склады. Сейчас я этого типа заберу. Ничего не оставляем, блядь. Правильно? Ну, Виталию раскидал, да? Да. Подожди, на склады ты как, через лево пойдешь? На те склады или через просто право? На склады. Ну, через кассу ты просто здесь склад? Нет. Через Оле склады. Там, где мы с типом спиздили склады, да? Я не знаю. Я не понимаю, ну типа... Вот сюда, блядь! Я не слышу, ты глушителем, блядь. Хорошо, нахуй. Ну, мозги. Ну, я понял примерно. Я бегу, не надо. Не кидай, блядь. Все, да. Я ж про это и спрашиваю. Я ж, блядь, в другой части Оли, блядь. У меня, кстати, воды 4 осталось. Пацаны! Я тоже вышел. Ну подожди. У меня сейчас, кстати, стамина не будет регениться, потому что у меня воды нет. Вот вода. Вот она. Я тебя ботов, блядь, зачищаю. Всё, я не понимаю, я не успею выйти, блядь, потому что я не понимаю, куда идти, блядь. Я просто не понимаю, блядь. Тут нет выхода, блядь. Ты там только что, ты в прошлом рейде там проходил. Кидаю гранату еще одну. Всё. Хорошо. Но я до этого не добегу. Давай, не ной, блядь. Ох, даун на мне, блядь, надо было просто... Я не понимаю, блядь. Ты опять не вышел? Не заблудился? Я не вышел, чел, я не выйду, блядь. При всем желании, 39 секунд, я не добегу до тебя, честно. Я только на горе, блядь, это, у меня стамина не регенится, потому что воды нет. Я тебя кинул, блядь. Я не нашел, блядь, я через другую хоть хуйню пошел. Нет, она там же на горе, ты только что ее прошел. Я ж тебе я показывал. Я ненавижу, блядь. Я тебя вынесу все.
Не надо ничего выносить, у меня все есть. Я просто, ну, зачем сейчас мне было сдыхать? Зачем вот сейчас мне надо было сдыхать? Ты говоришь, как будто я в этом виноват. Я ЧВК убил. Ну, красиво. Одет его. Да, 33-я минута. Так, подожди, это Виталя, блядь. А, блядь, все. Ну какого хуя? Ну какого хуя, блядь? Ну я не хочу, блядь, в это играть, блядь. Я не хочу. Это тупая хуйня, блядь. Сколько ботов осталось? То сейчас через комнату выйдем. Тупейшая хуйня, взять что-нибудь? Нет. Бля, что свечи такие дорогие? Точно не крафтится. Сейчас я тебе скажу, может он по бартеру. На один юз остался. Не-не-не, эти точно нет. А вазелин ты можешь. Он нужен для бартера на кейс медикаментов и все. Ну, а мне же кейс медикаментов она и так выдаст. За какой-то квест я уже не помню. Да. И даже два.
Бля, почему у меня... Почему у меня прапор АПС-ки до сих пор не доступны на КМ? Ну, пусть какой... А, на АКМ это забей. 7.62 на 39. Это еще долго. А, на третьем уровне лояльности. Ну, недолго вообще. Я уже близко. Там левелу, по-моему, надо. У меня минус турет, можете убить и раскидать. Он тут сразу написал. А, ну мы так и сделали. Надо было сразу, наверное. Ну мы же не знали. А если бы знали? Все равно бы сосали. Все, готово? А, сейчас. Бля, хочу в ванню выйти. Выйду в ванню, опять. Пожирнее быть. Блять, и конечно он дает РБСТ ключ. Блять, ну это пиздец, сука. Да, вот это на будущее, что барахольщика не надо закидывать. Дал ключ, который я покупал за 300 тысяч. А, блин, мне что-то помечать надо. Все. Пацан готов! Так, три этих и... Тип стоит Russians right в поиске. Он еще и с белой повязкой был. Кто? Я тебе про типа рассказывал. А. Я понял, я ж не трогаю.
куда? Дядя. Мачу. Так. Сейчас я хочу сока налить. Это, конечно, не сок Вита, но... Но и не выключен интернет. Блин, может наоборот пойти через лево и включить эту комнату, чтобы мы сейчас не пиздавали через... Ну да, да, включим интернет. И заодно мы можем увидеть типов, которые с того спавна, они мы просто сразу спавнили, могут бежать. Бля, они сейчас такие долбоёбы, блядь. Помянем этих дебилов. Там ещё спаун на парковке, по-моему, да? Угу. И справа от парковки в лесополосе. Вот там они вижу. А, они в ту сторону пошли. Они там замесились сами между собой. Ну, хорошо. Ну, значит, мало вероятно, что перед нами будет. Ничего. Ты же дохуя людей нарожаешь. Боксов пока не вижу. Да, я тебе оставляю все. Да, мне 8 штук осталось, дохуяли. А, мне, кстати, на ТЦ надо пометить. Мы должны бы уже встретиться были, если бы сюда пошли, правильно? Ну, в целом, да, но если он где-то задержался, лутаться. Так, сейчас у меня метка пройдет. Метка, метка. Один. Один стреляет сюда. Олег, куда я пошел? И один там новый. Я завалил поэтому. Чё, хорошая песня, что это же рефлекс. Ой, нет, это «Гости из будущего». Это не рефлекс. Да. Конечно, хотя бы лут не вернётся. Жалко по такой ПНВ, которая пишет. Господи, 45 тысяч. Блин, всех твоих ботов расшугал. Чё, тут не заспавнилось ни одной, блядь, живой души, нахуй. Бля, у меня же там еще АКМ на ВАП, с ВАПли, блядь, лежит с этих дебилов. Также надо будет затестить. За что так ВАПки любят? А в этом ВАПе это уже не решает. Ну, он 50к стоит, ты говорил, что она до этого стоила очень дорого. Да, 150. Ну, потому что раньше аж отдача, блядь. А у нас сильно отдача эффектно, да? Да, очень. Это лучший глушитель был на 5.45. Опа. Кто это у нас там со снайперки хуярит? Это настройки, по идее, там. Хрена. Под мостом. Ну, блядь, так громко, что... Ну да, может и на схронах дальше куда-то.
включим, если машина не уехала, сразу бабки отдадим, пусть все ебало. Таксист приехал. Тупо не жалко. Отвези себя, пожалуйста. Так иди нахуй. А, смотри, впереди, блядь, парнида с обозарядкой. И тут, когда тут пробегаешь, вот эту вот вывеску, билборд, которая... Вышка, короче, ее просматриваешь. На ней есть. Mm-hmm. Ты, по-моему, рассказывал, что на ней есть. Есть такие. Залаз. Тут, конечно, интересно, как они по лору объясняют, блядь, забор нахуй. На магистраль. Какой? Да вот эту, блядь, огромную бетонную хуйню, которая закрывает выход дальше. Ну, обнесли. Или завали, наверное. Ты же типа нет, метро над наземное. А, ну да, и оно там. Нормальная текстура снега в воздухе висит. Пусто. Твою игру сделаем. Не нравится делать свою игру. Я когда-нибудь хочу заняться. Тарка вдохновляет. А? Тарка вдохновляет. Да, не только Тарка. Типа вот, ну, там в FM мы все время катаем, типа думаешь, что что-то можно было еще прикольно в пич сделать. Просто играешь в игры и думаешь, типа, ну, здесь можно было лучше, здесь можно было лучше. Нет, когда-нибудь обязательно. Просто это надо сразу, типа, понимаешь, что все свободное время ты будешь тратить на это, не на то, что ты будешь играть сам или развлекаться. Ой. Ты шутишь, я, блядь, случайно нажал. Я вместо капса. Глянь на мусорке ящик. Да, да, да. Как раз туда иду. Туда нам надо. А нам надо. Зря я туда полез. Ух ты, зря. Да. Что-то даже есть камтаки. Камтаки. Извини. Через стаки. Но менять свои Excel я не хочу. Это, кстати, слоху. Это, точнее, слоха, который убил лоха. Не, слоха, который убил лоха, были до этого. А, это а уже чё? Твои, да? Это уже мои, пошли в расход. Вот и флексер, блядь. Я только недавно узнал, что, например, если ты выглядываешь, и ты, типа... Ну, тебе не хватает угла, и ты ж типа вправо D нажимаешь. Mm-hmm. То ты дохуя вылезаешь. Если по диагонали, ты можешь по чуть-чуть вылазить. Он типа делает микрошаг. Что, жулечку? Mm-hmm. Чем мы через лево пошли, не через право? Че оно примерно одинаково выходит. Да, типа похуй. Просто справа типа, парковка. Вроде блядь. Бота увидел. Нет, не увидел бота. Только тут парковка. Тут просто можно тут увидеть второй этаж. А если ты под ним, они тебя просто слышат и все. Блять, Виталя шумный, конечно, пиздец. Я думал, я шумный, блять, но Виталя нахуй. Даже не вопрос там с глушителями, не глушителями. Да, да, просто это... чел бегает постоянно, блять. Машины нет, кстати. Да? Да, машина не заспавнена. Не, не заспавнена. Или не заспавнена.
Блять, тут тип в упоре справа, блять. Я завтыкал. Блять, патроны! Он быстрее перезарядится, он меня убил! Ебать, я мусор, сори. Ох, эго, гнида, блять. Он с СТМ-кой сидел. Ой, бля, я такой мусор, сори, я должен был... Бля, еще автомат не переключил. Да я завтык... я вообще завтыкал, я, блядь, на таком расслабоне заходил, блядь. А он как раз нас ждал, блядь. Что мы будем включать, похоже. Это тупо изи, изи фраг, блядь, я тупо... АПшки, нахуй. Пиздец, какой пиздец. Таркове нельзя расслабляться, наверное. Долбоёб ебаный, блядь. Блядь, хули ты вообще тут делал, блядь? Блядь, КД-2, нахуй. Параша, блядь. Ты вышел пока только два раза, правильно? Три. Так, ну беру эту модную хуйню с вафлей, блядь. Ебать, а что это за прицел? Тангуст. А, танго 6Т, блядь, можно. Бля, 8 вечера, можно ПНВ попробовать. Я одену, бля, что-нибудь менее снайперское на эту хуйню, потому что я этот прицел, пожалуй, даже продам, блин, сколько остается. Так, ПНВ. Это. Блин, нормально, он ванну мне напихал, конечно, блядь. Это бомж, ебать. Ну, весьма мусорной, да, вопросов нет. А, какая-то штука на 5.45. Из этой суки я маячок проебал. Это, блядь, там есть окно, блядь, мы шли 20 лет. Просто выгляни, расхуярь двоих. Она такое обосранное, блядь. Он просто сидит за углом. Хорошо, новости, блядь, для тебя. Не, просто факт, что босс ебаный. ППшки 5.45 лучше, чем ПСки? Да. Нихуя. Просто мы такой круг навернули, я просто вообще не... Я расслабился, потому что тут не должно быть ни по какому... Тайминг, да, уже сбитый пиздец. Причем машины не было, оно дебильное, видно, на машине пришло, тут луталось и сидело, блядь, потому что обосралось. Ланище. Ну, мы сами на это расслабились слишком. Сейчас, вазелина пополню запас. Надо смазаться после такого. Блять, каждый раз, блять, нам нужно эту хуйню активировать, блять, ее нету, просто нету, блять. Что за бред, ебаный? Ни разу, точнее, ни разу мы там не заспавнились. Да, да, да. Не, один раз заспавнились, когда еще карты не было. А, да. Да, самый первый. И все, это на этом заканчивайте. Я ж с этого момента и решил, типа, что надо купить карту. Что, типа, заспавнимся, блядь. Угу. Вас понял. Угу. Так, медицина.
Погнали, согласны. Погнали. Ого, бедняга, 28% выживания, 30 часов в игре. Это тот, который нас убил? Не, другой. У того, блядь, 2200 часов. Ебать. Типочек с СТМ-кой, с барабаном, блядь, что нахуй. На АП-шках в целом окей, но так играть это, блядь, клоун. Я тупо расслабился, блядь. Еще темнота, блядь, вообще даже не повернулся. Ну расчекай ты, ебаный рот, ну же позорище, блядь, ебаный. Ну ничего. Там все равно страховку девать некуда. Хоть бомжи еще хоть порадуются. Да, нам жалко. Да. Сейчас все сделаем, сейчас все будет. Главное не тильтовать. Тем более мы с тобой знаем, блядь, что в этом вайпе это уже доказано. Если мы файтимся один на один, блядь, мы 80% выиграем. Если мы видим типа, а не, блядь, вот это параша мусорная. Кстати, у меня развязка очень быстро загружается. Отлично. Блин, сейчас 9 часов. Мы тогда в 9 выходили на берег, было хорошо. Может, сейчас повезет. Не, ну то, что мы были в воле и 20 минут вообще челоботов не было. Это нереально. Ну, ночь. Ну, развязка просто сейчас не очень хорошая, типа, чтобы ходить на нее за челобот. Лес, тот же лес, блядь, ебет по количеству лута, который можно. Еще раз. Говорю, развязка не очень хорошее место, чтобы на диком ходить, типа, на нее. Сейчас. Ну, раньше, я помню, мы ходили... Друзья, а при чем тут дикий? Ничего не понял. Ты говоришь, типа, что ни одного челобота не заспавнилось. А. Я говорю, к тому, что типа даже на лес сейчас. О, кстати, у меня 2.30, я загрузился уже. Развязка очень быстро грузится. Ну да, если там же ж убрали эти схроны, раньше ж они бегали вокруг и все, да, выходили. Да, так я, ты же меня учил, типа, показывал мне эти все схроны. Я ходил на развязку, каждый рейд на диком я ходил на развязку, пробегал вот эту вокруг карты, блин, по схронам, по краю. И типа, ну прикольно было, потому что там никогда никого нет. Типа, всем похуй на эти места. Ходишь, собираешь что-то. А сейчас? Бля, у подруги канал Сталкерша. Ой, блядь. Название стрима. Сопливый Сталкерша. День 27. Девушка играет в Escape from Tarkov. Эй, Сталкер, рада видеть тебя у моего костра. Ну, мы все понимаем. Меня зовут Надежда. В зоне меня называют просто Сталкерша. Я уже 26 лет топчу эту зону, блядь. Я сейчас помру, нахуй. Приходи, располагайся, слушай мою историю. Она как будто квенту писала, блядь, да. Этого сервера. Надюша, коммент от TheGeigerCounter2808. Надюшка, солнце, поправляйся, пожалуйста. Борись с этой болезнью. Верь в свое выздоровление, что есть мочи. Денежка, я тебя поддержу на стриме следующем. Ты не только раз, держись. Что ли, блядь, ну, она просто заболела, у нее сопли.
Зачем? А, бля. Тип реально написал, как будто подруга умирает. Так, мы заспавнены. Тип... А там же, блядь, где и в прошлый раз. Ночь светло, не завезли, да. И светло, как днем, нахуй. А сколько мы вечером? Это вечер или утро? Это 8 вечера, 8:30. Или а, сейчас. Ну, сколько времени? Там по НВ будем сбрасывать. Или прибережем. Да вот хуй знает. А тип пишет в комментах, почему подчеркивать, что играет именно девушка, это смотрится убого. А, говорит, потому что в девушек в сталкере, ой, в Таркове не так много. Блять, по нам, да? Да? Нет, по-моему, нет. Чего ты взял? У меня пули были. Ну это видно, просто звук подъебал. Может рандом, да? Я тоже мажусь. Подождите, блядь, меня мажусь. Ёбаная анимация, которая занимает бесконечность, нахуй. Я пошел. Так, по мне. Реально? Да. Ебало, просвистело. Я слышал, где он. Ебать, мне повезло, сейчас трассер перед тихо, ебалом. Тихо, слышишь? Два. Да. Пускай в дырку. Я снаружи остался, если что. Я вижу его, он я вижу ногу. Один, два, три, блять, их походу трое. Ебашка. Ты видишь его? Видишь, я его вижу. Я вижу тебя. Я жду, как ко мне выйдут. А где ты? Я за забором остался. Я понял. Они про нас точно знают. Он про меня, он не знает. Ко мне идут, походу. Граната. Да. Он меня увидел, он меня убил. Это пиздец, я ебал нахуй. Ой, бля. Отбил одного, тихо. Ох, он мне ебало сразу дал. Второй, ну сука. 700 часов, блять, хуй сос, блядь. Ну какого хуя я сижу? Ну пойди, блять, его запушь. Блять. Вот это я сейчас загорю нахуй с себя, блядь. Что какой долбоёб, блядь. Я вот еще раз вижу, блядь. А, они меня увидели, потому что я повернулся, и у меня текстура в этот, вовнутрь залетела, блядь. МК-318 мод 0. Что это за патрон? Эмочный. Я так понял, хороший. Это мясо. Он ебало щелкнул, повезло, блядь. Ой, блядь, какой ужас, нахуй. Боже мой. Повезло, я. Принесли пацанам по НВ. Сейчас ПНВ берем. А надо. Да.
заканчивается, нихуя себе, блядь. У меня была граната, блядь. Ну что-нибудь сделай, блядь. Ну, понимаю полностью, жопа. Алло. А? Я готов. Я еще собираюсь. Так, БМВ. Россыпь. Блять, главный вопрос. А нахуй вообще ждал, если я мог железо прострелить? Ой, ебать, какой же мусор, нахуй. Бля, ну бывает, дядя. Со всеми бывает. Готов. Там тоже типы, блять, нихуя не могли сообразить, что можно пробить, а не гранату в меня кидали. Ну, они не узнали, что они не поняли, даже что они тебя убили. Тип шел, тебя смотрел, под курс смотрел, когда выходил. Второго я убил.
Надежда, 26 лет у нас. Ебать там колхозница, ёпта. Путь выживальщицы. Почему русские так хуёво знают свой же блюдоцкий язык? Что сложно выучить? Сядься. Я не зануда, но это просто пиздец какой. Это ж кринж, блядь. У нас, блядь, в школе был один семестр 8 класса, блядь, русского языка. Мы просто со среды, в которой общаемся, знаем русский лучше, чем люди, которые учат всю жизнь. Это ж просто, блядь... Бездарные, прям как я на развязке, блядь. Ну они бездарные, типа, в этом их суть. Особенность. Географическая. Это есть их это, вот эта хуйня, как там хуйло говорил. Ген, блядь, особый ген. Особая хромосома. Генетический вот код. Генетический код, да. Каков твой генетический код? Такое, блядь, типа, вот реальная нация, типа, чуваков, чтобы, которые любят жить в говне, им по кайфу, просто они, блядь, обмазывают себе ебальник, намазывают подмышки, блядь, и ходят, и кайфуют, блядь, ну. Ну, а ты видишь, а верхушка наоборот, они, блядь, руки умывают, дома в Ницце, блядь, меня тут вообще не ебёт, я тут, блядь. Вот это, блядь, дома в Ницце, я жду, нахуй, когда это все закончится, мне так заебало. Никогда, блядь. Я постоянно читаю, что... Ну, типа, Евросоюз вводит, блядь, там, типа, запрещает спортсменам участвовать, да, типа, это важно, но, типа, это не мешает. Все равно, короче, блядь, уже ж будет русский поляки, играть. Поляки, блядь, братушки, нахуй, которые этот, блядь, ну, ты понял, короче, который поддержит, там, дают технику, поставляют, все, покупают, блядь, никель. С российских, блядь, заводов, нахуй. Латыши, блядь. А им поебать, у них в стране нет войны. Им просто похуй. Ну, типа, они нам там оружие, всю хуйню, но в то же время донатят эффективно, блядь, на российскую армию, покупая их парашу, блядь. Всем похуй. Ну шо, 5-4-3. Блять, три раза на одном и том же спавне, я... Пошли ловить, блять, чертей еще. Я буду наебало прыгать, мне похуй. Я с какашкой, я тоже на кошку ебало прыгать. Чтоб давай мазаться сразу, наверное. Угу. Это так обидно, я там одну гниду убил, которая тебя убила, блять. Вторая его сразу прикрыла. На паркинг. И на килу пошли. Я насрал в лесу. Убери. Так, а что нам? Баты мне. Мне нам пометит мне. Нам, ну, а, ну, на Гесту там надо идти, да? Да, ну сейчас по парковке пойдем. Можем по внешней стороне пойти. Как скажешь, типа тут ты коль. Там
ботов не видно где-нибудь в строе. Ну, с ботами пацаны развлекаются. Это килы, парни. Потому что они ж флешки прокидывают. Хочу кого-то захуярить, мне надо баланс восстановить. Жопа. Тогда надо идти внутрь хуярить, если хочешь там видеться. Вижу. А, это бот, походу, да? Угу. Ебаш. Оставляй. А где он делся, блядь? Налево ушел. Блять, это не бот. Тихо. Я почти отомстил за тебя сейчас. Блять. Нет, он меня убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это за параша, что он стрелял? РФБ. Я его не трогал, потому что это бот, блядь. Пиздец. Какой-то пиздец. Ну, блядь, он без ПНВ, без нихуя. Можем перерыв сделать, можем ФМ чуть покрутить, потом пойти опять.
Что, мы опять с ПНВ? Ну надо. Можем на утро пойти. Да ну это ж, блядь, не вопрос того, когда мы идем. Крепление какое? Титаниум Advanced Tactical Mount, вот это, да, для... ПНВ. Для бирюзового? Для зеленого. Возьми по связи, он там одно. Да, там, да, вот так. Три раза подряд я умираю первый, блядь. На тяжелом. Три раза подряд мы спавнимся, блядь, в хуйне. Не, я ебал. Я теперь, если буду видеть, блядь, я буду стрелять. Ну его нахуй. Я сейчас сгорел нахуй вообще. И уже когда я перепрыгнул забор, блядь, я уже понял, что мне пизда. Потому что он остановился резко. Спавны, блять, вот спавны нахуй, приходится пробегать пол карты, блять, чтобы хоть потом что-то начинать делать, блять. Да? То, блять, мы пошли через лево, пробежали, блять, всю дорогу. Через справа опять пробежим, блять, пол дороги нахуй. На железке тоже бежать, но там, блять, хотя бы сейвово. Тут, блять, первый раз, ладно, то хуйня, сразу файт. Второй раз, ну, блядь, а вот, точнее, третий раз, да, вообще пизда. Бля, чел-клоун, конечно, он сразу тебя шел лутать, он даже не думал о том, что я... Ну, я откисаю только от клоуна, потому что я сам клоун, блядь. Блядь, и третий раз, вот я не файчусь, я даже не пизжусь, блядь, я не, какой пиздец. А, я выкупил максимальное количество калаков, блядь, за один завоз. Ёб твою мать, блядь, вы серьёзно? Нахуй? Бери только солевую и всё. Бля, ну бабки сейчас улетают, пока я гиры, бабки, блядь, в хуйню полнейшую.
Пожалуйста, блядь, другой спаун, пожалуйста. Пожалуйста. Все равно, блядь, рядом, да. Мы через внутрь сразу пойдем. Да, пошли нахуй на парковку сразу. Заебал я, блядь. Бот на подъеме. Он напиздел, да? Угу. Хочешь здесь выйти, типа? Не, пошли, блядь, дальше. Слишком странно. Бля, что-то вверху было. Походил. Угу, угу. Это и бот мог быть, ты кого-то слышал. Может. Ушел на хуярит, ну так. Это, кстати, на ТЭЦ ебаны могут прибежать. Вот тут вот комната слева от дырки. Да, 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 я помню. Мы хоть раз до нее были сегодня дойдем, или интересно. Я не знаю, что. Я хочу просто хоть раз попиздиться за три рейда, блядь. Я просто не выстрелил. Я ни одного патрона даже не выстрелил. Не повезло. Да я просто уебан. Парковка, которая место спавна ботов, блядь, должно быть. Угу. Я за сегодня ни одного бота на парковке не убил. Увидел это, просто проглядываю. Блядь, как будто... Вот сверху. Угу. Топ. Ай, блядь, забей это. Текстура. Конечно, пиздец.
склад, а что-то наливняки. Темных уголках. Вот. Где? Кричал. Я не слышал. Где-то Дима умер тогда. Он у нас впереди. А, вижу. Еще один. Не вижу. Там, где мы его умерли. А если он там, то скорее всего людей тут нет. Ну, эмочка, да? Да. Еще один. Видел еще одного. А, это походу тип, блять, там впереди может быть ЧВК, да? Нет, это бот. Убил. Это МДРка от одного нажатия нахуй хуярит, конечно. Я поп... А, блять, я не взял вопрос. Ну ладно. У тебя 5.56? Да. Я тебе дам. О, не, у меня 4 магазина. А я с ботом вот. А, ну так дропни, если тебе не нужны. Маш один магазинчик еще. Активируем, вряд ли там внутри сидят, если ботов столько было, 4 штуки на территории. Я после того, как, блять, умер тут, я уже еще ничего не мог, блядь, не видел. Лучше не стало, блядь. Захожу на... Заработало. Ты где, блядь? А, что ты со второго этажа выпаливаешь? Нет, я тут. Что так светло стало? Было темно, было нормально.
АК-545 на улице. Приятно. Да, я забрал его. Тишина нахуй наступила такая. Бот, по-моему, мертвый впереди лежит. Кого это? Это он не тебя увидел, да? Чё за хуйня? Это на третьем этаже бот умер. Куда нам надо? Куда нам надо? Зачился здесь, я пойду документы заберу. Ебать. Кого-то убили. И опять ботов осталось, если что.
бот заспаунился. В районе класс. Челобот, скорее всего, да. Я остался там, мой эскалатор, я жду, я услышу, что кто-то будет бежать. Шан и в поле. Тебе надо за один раз это вынести? Угу. Не, походу или чувака, или челобот. Где? А там же, вот тут возле эскалатора. Да, ЧВК. Где? Убежал. В сторону тренда. Убежал. Или это ты был, блядь? Я не знаю, я тебя стримлю, блядь. Я не знаю, что ты мне вопросы задаешь. Нет, это не ты. Пошли. Что пошли, куда пошли? У Гошан надо. А ты где? Почти у Гошана. А как мне, как к тебе идти, я-то, блядь? Я возле тебя прошел, я не знаю, почему ты не идешь за мной. Ну, блядь, я не знаю, что это ты был. А нахуя я тебя стримлю? Но я не вижу, блядь, я не понимаю, как, где ты, блядь, все равно. Так, ну ты куда пошел, блядь? Я вот не знаю, куда мне дальше идти, блядь. Но я иду примерно туда, куда ты бы пошел. Тут тип сейчас будет. Абсолютный успех, блядь, вижу. Ты топнул? Нет. У телеспорта, блядь? Блядь, он не идет, я не знаю. Так, я слышу. На третьем кто-то был. Туда нам надо. А кибарнс нужен ключ, да? Недостаточно включить свет. Нет, там два ключа от внутренней, от внешней двери. Бот убит. Тихо, бегут! Лазер фонарь. Он меня убил. Ну иди нахуй, блядь! Я ебал это ПНВ в рот, блядь. И меня убил. Я что-то нахуй. О, я его даже не вижу, их двое, блядь, походу было. Блядь, ваш, оно одето, оно разъебывает в салон. Потому что это ебаная ПНВ, блядь, просто мусорка ебаная, блядь. Один фонарь нахуй, меня нет, блядь. Меня Саша, блядь, разъебал. Что, блядь? Почему он с одаркой? Это двойка, дядь. А второй вот, сейчас я тебе скажу. А второй Фродзис. Так меня напиздил другой. Меня напиздил. Да, убил тебя другой, но напиздил тебя вот этот Фродзис. Так а как он меня может убить, если у меня патроны нет? Не знаю, что за хуй. Это пиздец какой.
Может, передохнем от Таркова, блядь? Просто, блядь, меня просто бомжи убивают, я не знаю. Что-то я устал сосать. Просто пиздец. Ну что это за хуйня, блядь? Это БНВ просто, блядь, какая ж хуета, блядь. Как он, блядь, как он с одаркой, блядь, у меня патроны, блядь, другие, что за, блядь, бред. С одаркой, без шлема, блядь. Я говорю, их двое было. Так, меня не... Я второй наебашил, типа, первый. У меня нету, у них разные, там одарка, не может быть в одарке, это хуйня. Я знаю, я тебе говорю, что там второй. Меня только один наебашил. Я не видел второго. У меня не было даже выстрела второго. Подожди, нихуя не понимаю. Что это че так, блядь? У меня фонарь, блядь, светил, но у него нет фонаря. Ну, второй с фонарем был. Их было двое. Да ёб твою мать, ну сколько мне объяснять, ладно. Ну я, ты можешь сколько угодно объяснять, но я тебе говорю, что их было двое, блядь. Да мне похуй, что двое, у меня на теле один тип патрона. А убил меня вообще по этому другой. Ну как это может быть, если у меня я один тип знаю, патрона? Ты меня спрашиваешь. Так а что ты мне доказываешь тогда? БНВ идем или без БНВ? Нет, без БНВ его нахуй. Оно не помогает мне от хуя, блядь. Если вылетает дура, блядь, и просто на меня хуярит. Пизду, если еще раз такая хуйня будет, ну его нахуй на сегодня, я не знаю. Это какой-то просто не... Какой-то пятый рейд, четвертый. Что это за хуйня? Mm? Ну да, пятый рейд уже будет. Или четвертый. Похуй, блядь. Я готов. Я не готов. Ну, то есть готов, но не готов. Я устал просто писать. Не, сейчас такая же хуйня, я в пизду, я наигрался на сегодня, блядь.
вот опять этот, опять бомж, блядь. 35% выживания, 2,8 кд, блядь. Ну это просто какой-то рофл. Это просто рофл. Может багануло. У него шлем. Я не понимаю. Вообще с двумя оружиями бежал. Меня убил второй тип, у него был АШ. И стрелял он этими патронами. А, не могло... Да, не могло показать, что оно... Если он сейчас пошел, он был с двумя оружиями, и он пошел лутать, когда он сбрасывал, мне показало его состояние. Как там, 18 минут осталось, ну? Я выжил только в одном рейде, получается. Пиздец. Весь дуэт. Ты тоже выжил. Ты выжил в двух, так что не надо тут рассказывать. Ага. Ну пошли меня нафиг. Чего? Ты выжил в двух, да? Я проебался. Я тебе ничего не сказал. Сказал, пошли меня нафиг. Ну, пошли меня нафиг. Ебаный, блядь, рот. Первый кулер, блядь, за вайп нашел. Вкуснейший. Бля, пойду отправлю машину, нахуй, пусть едет. Новый рейд, новая история. Я вот думаю, блядь. И что ты на это скажешь? Может пойдем просто наебало прыгнем, если убьем, то будет обычный рейд, а если нет, пойдем в ФФ. Потому что я уже что-то... Ну я тоже, я жир, я, блядь, 100% уже заебался. Но... Не, просто какая-то полная хуйня идет. Нету того, что мы файтились, блядь, и въебали. Всегда я откисаю первый, блядь.
Ты опять не выстрелил, да? Не, в этот раз я пострелял, да. Но у меня просто фул ебало ПНВ, блядь, засвечено. Не, я ПНВ, я когда увидел, что с флариком ПНВ снял, но я типа даже не увидел, он меня просто ебнул, все. В грудь. Аша, видимо, этот патрон, блядь, для Аша им поебать абсолютно. Это хорошо. Какой там у меня класс, блядь. Же у него калибр, блядь, 12 на 80, что-то такое. Я, блядь, я с барабаном, я нахуй в автомат, блядь, чё. Блять, да ёбаный. Бля, ну придется мне завтра тогда, блять, эту всю хуйню делать, судя по всему. Делик это, блять. Все, надо нахуй, надо выдохнуть, блять, а то мы сейчас нахуй, сейчас еще и тут начудим, блять. Так, первый есть. Я думаю, может, как раз на третью пойдем, активируем и потом спустимся. Как считаешь? Выстрелы, да? Есть, тут бежит, бежит, слышишь, слева, да? Да, тихо. Это бот. Потер, да? Иди. Салама! Слева. Тебе 5 осталось, да? Че 4 уже? 4. Забирай, с него хорошая хуйня. А рюкзака нет. У меня нет рюкзака и на нем нет. Я с него ничего не смогу забрать, мне некуда. Так что если ты можешь что-то... Да не, по лестнице поднимается. Бот? Да, убивай. Подожди, тут же ж нельзя, по-моему, поднять, да. Не, дядь, ну должно ж когда-то пропереть, правильно? Вот, может быть, это именно это время. Или нет? Я ни на что не рассчитываю.
подъем на второй. Что, да? Пойдем? Будем пробовать. Где эта хуйня? Вот хуй его, блядь. Бургер спот должен называться. Оно, по идее, слева. Да, оно, короче, слева вот там вот, блядь, вот там в углу. Может тут, блядь, безопаснее нахуй будет, я не знаю. Ну мы крайне редко сюда поднимались. На втором, по-моему, пиздец. Угу. Мы реально можем активировать, посидеть, попердеть. Блядь, это тут тупик. Это не оно? А, или можно пройти. Я тут только по квестам ходил, я никогда тут не лазил. Да. Проверим. А если мы активируем, то ж все смогут воспользоваться этим выходом? Да. Только это спуск на второй. Блядь. Да это пиздец, а там выход активируется, если рычаг изнутри дернут. То есть если активировал, то надо сразу пиздавать выходить. Иначе могут. Где изнутри? Выйти. Что изнутри? Короче, там выход ты... работает так, я прочитал. Ну ты карты активируешь, там... и ты должен закрыть двери, и ты выходишь. Ну да, но прикол в том, что другие могут закрыть двери. Тогда нужно будет, я так понял, еще раз карты да. активировать. Вот поэтому, типа, если ты активировал карты, то нужно сразу пиздавать выходить. Так тогда хуйня, нахуй мы тогда идем. Не знаю. Ну иначе просто могут другие типы, другим типом, другим типом помочь повезти. Ну бля, ну и карту, блядь, никто не носит, я тебе говорю. Я понимаю. Но там, блядь, битки и всякая хуйня. Тихо. Под нами, наверное. Я не слышал. Блять, а прикинь, это кило, ебать. Он тебе нужен? Нет, но... Блять, чел, это кило реально. А ну. А почему звука никакого не было? Есть, да? Это просто бот стоял. Блять. Извини. Просто, блять, он когда ты кидаешь на хуйню гранату, чё ж все гранаты, он сразу кричит, убегаю, убегаю. О, ебать, РБКСМ, нихуя себе. Часотка. Так, где эта хуйня? Там мы были. По идее, вот там вот с другой стороны. Вот в суше он еще спавнится. Ты говоришь, что типы карты не носят, да похуй, типа, что не носят. Если просто челы будут спускаться через эту, блядь, через парковку, то они увидят, что дверь открыта.
Ну, может быть. Чё? Да. Тихо. Поднимается к нам на третий. Слышишь? Нет, пока нет. Я копшусь сейчас. Остановился. Вот он. Ёбни его. Где, где, где? Он возле технолайта. Наверху. Красная. Вот он. Слышу. Я не вижу. Он справа будет вообще. Ебать, тебя слышно, блядь. Ты можешь копсить, а не я приседать? Это бот. Что я не уверен, блядь. Сзади? Сзади. Где? Вот он бежит. Убил. Тихо. По стеклу. Слышу. Капсит. Это не бот, скорее всего. Может, ему наебало прыгнуть? Надо понять, где он. Он за стеной тут. Убил. Чё? Еще один. Он знает про меня зайти.